знаете, да, Карпаты всегда команда, которая славится своими бойцовскими качествами. Мы видели, да, что несмотря на то, что мы после первого тайма выигрывали 3-0, после перерыва понеслись, да, начали нагнетать обстановку, забили гол. Вот, но мы ребятам говорили, чтобы убрали короткие средние передачи, вот эти после перехвата мяча, чтобы играли подлиннее, отрезали, потому что Исаенко здорово цеплялся за мячи. В принципе, выдержали, видели, да. Выполнили тот план на игру после перерыва, то, что мы внесли коррективы и забили еще там мячи, и это принесло победу. Ну, понятно, что итог крупный счет, но по игре есть вопросы, есть проблемы, но будем работать. Понравилось то, что ребята были заряжены и, в принципе, выполнили установку на игру. Підсумку, друге місце в цій частині сезону. Вас влаштовує, враховуючи один матч, який не зіграли, і така кількість очок, яку ви набрали? Ну, мы говорим, да, что ребята пришли после академии, и не всегда есть стабильность, есть какие-то перепады, тем более это было связано с выступлением в молодежной лиге УЕФА. Да, один состав, второй, где-то была какая-то нагрузка, где-то менялся состав, и мы видим, что к концу сезона уже более-менее стабильный состав был, и игра уже более-менее стабильная была. То есть начали вырисовываться уже какие-то взаимодействия, начали тактически уже более грамотно играть, и не было таких провалов. Поэтому к концовке сезона уже более оптимальный состав был наигран, и ребят не было той юношеской вот этой нестабильности. То есть показывали положительную динамику прогресса. Послушайте, когда сейчас перерыв, как раз еще поработаем. Я думаю, что у нас первый игра с Шахтером 3 марта, поэтому сезон, межсезонье проведем хорошо, подготовимся и думаю, что войдем в сезон тоже во все оружие. Уже есть какие-то планы на межсезонную подготовку? Известно, сколько будет сборов, вы будете вместе тренироваться с Ю-21, ну, сборы проводить. Ну, в общем, какие там наработки предварительные хотя бы? Пока закончили игру и приедем в Киев, там будем встречаться и разговаривать. Пока предварительные планы, но еще не точные даты. То есть там планируется еще у нас турнир один, пока о нем говорить не будем, потому что еще не 100% он подтвержден. А сейчас команда в отпуск уходит или еще у вас будут тренировки? 5 человек поступают в распоряжение Ю-21, так как вы знаете, что положительная динамика у нас в продвижении в первую команду людей привлекает Александр Николаевич. Поэтому они в первую команду, мы в Ю-21 делегируем 5 человек, которые будут работать с Ю-21. Ясно, все. На міжсезоння, можливо, якесь підсилення, чи вас ваш комплект гравців влаштовує і працюєте? Послушайте, ми працюємо з гравцями з академії, ті, які у нас воспитувалися. Да? Якщо будуть якісь усилення, зрозуміло, що є гравці в Україні, які готові усилити нашу команду. Це все в міжсезоні, будемо об этом думати.